Гики заполонили парки Душанбе. Что бесплатный Wi-Fi сделал с душанбницами? В парках Душанбе установили Wi-Fi, им можно пользоваться бесплатно. Радиус действия в 200 метров. Скорость больше мегабайта. Теперь и гики, увлеченные высокими технологиями молодые люди, выходят на свежий воздух. Бесплатно можно общаться по Skype, смотреть фильмы и загружать файлы в 5 парках: Рудаки, Айни, Дониш, Молодежном и Фердавсе.